Добрый день, дорогие любители грибной охоты. За окном у нас 27 сентября. Мы сегодня путешествуем по Судакскому и Белогорскому районам. И собираем мы сегодня не что иное, а степную вешенку, однобочку. Принцип тот же, что и сбор синеножки и сморчка весной на Донбассе. Смотрите, вот такие поля, немножко травка. Шампиньоны здесь в летний передувай. И вот смотрите, по такой травке, вот она, красота, вот такая. Здесь очень важно настроить глаз, потому что, когда она молодая, синеножка, она вообще однобочка, сероватая. Даже крупно ее видно хорошо. Вот в молодом виде, на солнышке, немножко выцвела, а так она более серая, ее... Не всегда хорошо видно вот в траве. Вот такая травка. Ходим, собираем. Люди есть сегодня. Немножко идет, наверное, уже дня 3-4. Одна бочка. Вернее, что-то ее синеножкой называют. Наверное, синеножки захотелось. Ходим, собираем. Вот такие минные поля, правда, здесь. Это приятные минные поля, в отличие от Донбасса. В Донбассе сейчас немножко другие. Ой, поля. Вот она, крупная. В общем, приятный сбор. Погодка градусов 20-22. Правда, небольшой ветерок сегодня. Такой красивый вид. Вокруг горы. Замечательный сбор. Сегодня однобочек. Внимательно надо просматривать, особенно часто она в траве. Конечно, та, что на открытых полянах, ее видно сразу. Она немножко подгорает на солнышке, становится такая... Ближе к оранжевому цвету, коричневато-оранжевая. Ну, пока больше нету. Собираю 1.5 часа, сейчас результат покажу. Что у меня получилось за 1.5 часа сбора. Сразу, конечно, не все получалось, пока разобрался. Как всегда, 40-45 минут пришлось потратить на то, чтобы понять, как ее собирать. Ну, а теперь принцип, в принципе, ясен. Открытые поляны вот такие, кстати, любят тоже она. Результат. Вот, вот такой пока у меня результат. Работаем дальше. Продолжаем собирать 27 сентября однобочки, вешенки степные, вот маленькие, какие совсем крохотные. О, вот самый оптимальный, я считаю, размер ее. Качество, размер. Вот. Красота. По такой травке надо смотреть. Хороший грибок, приятно собирать. Приятный на ощупь такой. Надо смотреть внимательно. В маленьком виде его в кустах практически бывает не видно. Травки, но... Особенно любит на открытых местностях, где лошадки пасутся. Такое
лица открытые. Ну пока все, идем дальше, будем еще. А вот еще нет, не все. Вот еще полянка. Вот она, красавица. Я же говорил, молодая есть. Хорошенькая. В баночке пойдет, хорошо. Ну, так. Совсем юная, брать ее не будем. Такая побольше. Вот. А еще есть. Сейчас посмотрим. А, маленькие, даже несколько. Думал, одна большая. Здесь несколько маленьких. Вот. Рабочечка сегодня. Вешенка сильная. Первый мой дебютный сбор 27 сентября 2022. Практически уже ведерко. 10 часов утра. Приехали около 8. Первый час не сильно удавалось собирать, но принцип понятен, разгадан.